Остановки почищены до асфальта, на дорогах прибраны от снега даже обочины. Для кировчан последние дни полны неожиданностей. Говорят, такой капитальной уборки улиц в Кирове уже давно не видели. Правда, работы проводятся не везде, а выборочно. Так в городе готовятся к визиту Дмитрия Медведева. Анастасия Шерстнева все увидела своими глазами. Такого жители домов по улице 65 лет Победы еще не видели. Коммунальщик пилой убирает наледь на тротуарах. И с подобными нестандартными методами работы в эти выходные кировчане сталкивались часто. Некоторые автолюбители, например, попали в большую пробку на улице Производственной. Причина – активные работы дорожников. Улицу вычистили вплоть до бордюров. В соцсетях уже говорят, что к приезду в наш город премьер-министра страны Дмитрия Медведева коммунальщики готовятся уже не один день. Как вы думаете, только в нашей стране показуха образ жизни? Еще недавно утопали в снегу и праздничных помойках, а сегодня к приезду дорогих гостей по пути их следования все вычищено и вылизано на пятерочку. Почаще бы приезжали. Смотришь, как шуршат, аж сердце радуется. Утром вышла на остановку на улице Производственной, аж поплохело. Остановку не узнать, снег вычищен до асфальта и бордюры видны на дороге. И деньги, оказывается, есть на уборку снега. Че, мужики, делаете? Че делаете, говорю? И поработали хорошо. Дорога по Победиловскому тракту тоже заметно преобразилась, говорят кировские автолюбители. Сначала обочины почистили спецтехникой, потом коммунальщики придали им дополнительный лоск. Специалисты лопатами убирали снежные глыбы за пределы трассы. Причем рабочие бригады встречались практически через каждый километр. Правда, ответить, связаны ли такие активные работы с приездом Медведева, они не захотели. Все комментарии к руководству. Просто интересно. Там руководство есть? Руководство есть. Где там? Они прокомментируют. Вот сейчас. А вот как раз вот остановились. Но руководство тоже не было заинтересовано в беседе. При виде камер они ретировались. Кстати, после поворота на аэропорт ни коммунальщиков, ни спецтехники видно уже не было. Зато рабочие почистили буквы Киров перед въездом в город. Похоже, чтобы у высоких гостей сложилось приятное первое впечатление. Ну а как? И дома также ждем гостей, прибираемся. Точно так же Медведева тем более. Некоторые кировчане относятся к такой большой уборке с пониманием. Хотя, говорят, не помнят, чтобы остановку у филармонии чистили прямо до асфальта. Но это плюс. Может, коммунальщики возьмут такой метод работы на вооружение и будут убираться так всегда. Работы видны. Сразу да. Заметили, да. Что просто очищают? Да. На крышах ползают мужчины. Да, прибирают. Не, мне кажется, всегда должны все убирать, и не только к приезду каких-то высокопоставленных чиновников. А вот эти кадры в эфире давеча мы показывали месяц назад. Сугробы на улице Ленина, которые ранее были выше человеческого роста, теперь вовсе исчезли. А на улице Розы Люксембург уже заждались коммунальщиков. Снежные валы выросли здесь больше метра высотой. Обочины тоже не почищены, вследствие чего идет заужение дороги. На тротуарах уже образовалась наледь. Похоже, по этой улице столичная делегация проезжать не будет. Пока точная цель визита Медведева в город неизвестна. В областном правительстве подтвердили, что высокопоставленный гость планирует посетить машиностроительное предприятие «Алмаз-Антей». Возможно, компанию премьер-министру составит и министр обороны Сергей Шойгу. Анастасия Шерстнева, Александр Брызгалов и Сергей Слободин. Бюро новостей давеча.